Хейл, гейс, с вами Шумики, мы продолжаем пройти рук под названием Avalon 2. Так, ну, мы победили Сливу. Теперь нам нужно, как я понял, к вратам идти, да? Давайте сделаем две вещи. Пойдем сначала к холму, я попытаюсь дать ману эту. Может, мы сможем улучшить нашу девчонку до максималки. Потому что, кто его знает. Пройти на другую территорию мы не можем, потому что там обвал. Ну и сейчас посмотрим. Ну а что она просила? Мана? Мне нужно больше. А, мне нужно больше. Значит, мне нужно еще ману искать. Окей. Хорошо. Погнали искать ману. Тогда куда нам идти? Только к вратам. Как варик, у нас только ворота остались. Ну и все. То есть, если во вратах ничего нет, то... Я вообще не знаю, куда идти. Побежали. Вариант только сюда. Больше маны я нигде не видел. Тут гора. Никаких сомнений. Это определенная дверь в лабораторию профессора Гира. Она под... Так. Подробно описана во множествах аутентичных документов времен Империи. Несмотря на множество попыток, никто не сумел ее открыть. Мне остается лишь гадать, какие секреты находятся внутри. Печально известная лаборатория. Эй, у меня есть идея. Мы можем сделать подкоп. Зачем пытаться сломать хорошо защищенную дверь, когда можно пойти коротким путем? Если бы это было так просто. А, было выкопано несколько туннелей, но все они... натыкались на невероятно крепкий черный металл. Похоже, эта дверь единственный способ попасть внутрь. Именно. А я тут думаю, что никогда больше не... Так. А я тут думал, что никого больше не волнует, профессор Гира. Я недооценил вас. Вы довольно хорошо информированные людишки. Похоже, ты тоже немало знаешь. Кто ты му... Так, кто ты? Могу я узнать? Я твой худший кошмар. Ну нет, с этим я не соглашусь. В моем худшем кошмаре я просыпаюсь утром в розовом платье, окруженный грибами, считающий меня своей принцессой. Бррр, но почему всегда обязательно грибы? О, а это где-то две сразу отсылки. А... Почему грибы? Почему обязательно грибы? Отсылка на Индиана Джона. В розовом платье просыпается вокруг грибов. Это отсылка на Марио. Не может быть! Я помню вас! Вы были с моим отцом 50 лет назад, когда Империя напала на нас. Вы виноваты в том, что они нашли нас. Мой отец поверил вам, а вы предали его. Из-за вас они все умерли. Твой отец? В смысле? Менос? Это значит, что ты его сын, Рена? Так это вы. Но как? Вы не состарились за 50 лет. Без сомнения, это мои... ваших чародеев. А теперь я наконец отомщу за смерть своего отца. Нет, ты ошибаешься. Твой отец Менос. Он жив. Лгунья! Ты исчезла с ним в тот день. Это правда. Когда Великий Магус напал, мы оказались очень далеко от того места. На самом деле, очень далеко. Нам понадобилось столько времени, чтобы вернуться. Тогда где он? Мой отец, где он? К сожалению, его с нами нет. Он все еще там. Но мы совсем скоро его спасем. Но я надеюсь на это.
Если бы я мог поверить вам, мне бы не пришлось все это делать. Что я натворил? Еще не все потеряно. Ты все еще можешь остановиться. Но уже слишком поздно. Вишня, слива. Как я отомщу за вас, если сейчас от всего откажусь? Фина говорила правду, твой отец Менос все еще жив, я в этом уверена. Хотела бы я поверить вам, но я никогда не поверю человеку. Мне все это надоело. Драка? Мой отец будет отомщен. Да, мать. Не, он сильный. Серьезно, его нужно победить как-то? Теперь я понял. Дал отсылка тоже на аниме. Это Dragon Ball. Она тут все замешана. Она здесь сложно. Девять хп. О, как же я презираю людей. Вы не должны быть так сильны, как демоны. Ваши тела слабее, у вас нет физической силы. Вы живете меньше нас. Так почему? Почему вы всегда должны выигрывать снова и снова? 50 лет назад я потерял все. Мою семью, моих друзей, моего отца. Этому кошмару наконец-то пришел конец. Теперь я могу быть с ними. Но не радуйтесь так рано. Вместо меня придут другие. Когда-нибудь орудие, скрытое в этой лаборатории, будет запущено, и оно уничтожит ваш мир. И в этот день вы наконец-то будете отомщены. Мы позаботимся, чтобы этот день никогда не настал. Нас рассудит время. Нас попросили, чтобы не убивать. Шимки, у нас получилось. Мы действительно смогли изменить историю. Великая катастрофа не произойдет, и будет будущее спасено. Как жаль, что Менос не смог быть вместе с нами. Может, ему бы удалось убедить Рена, что мы его не враги. Смотри! Выпущенная Рена энергия активировала дверь лаборатории. О нет! Теперь любой может попасть в Ордию. Только если мы не сделаем это раньше, мы можем уничтожить его. А также получить раскрыть... Так. Также попутно раскрыть секрет, хранящийся в этой месте. Как ты думаешь, Микки, должны ли мы войти? Да. Да, нам предстоит предотвратить великую катастрофу.
После этого, судя по определенным свиткам времени Империи, профессор Гира заново раскрыл технологию Маджи. Это же уникальная возможность больше узнать о них. Как ученый, я просто не могу упустить такую возможность, посланную свыше. Что бы ты ни решил, Шимики, я последую за тобой. Но меня немного беспокоит, как же там Менос. Как ты этот парень, мне интересно. Ну, погнали в лабораторию. Неужто это теперь шутер у нас будет? Полетели. Так, телепорт. Невероятно! Я никогда не видела подобную реликвию. У меня плохое предчувствие. Похоже, это место было заброшено, черт его знает, когда давно. Полагаю, здесь никто не было с момента исчезновения профессора. Гира. Это было примерно 50 лет назад. Возможно, где-нибудь здесь мы наткнемся на его останки. Останки? Ну да, при определенном везении. Ведь, скорее всего, профессор умер здесь. Интересно, для чего это... Ай! Привидение! Это совсем не похоже на привидение. Скорее, это записанное сообщение. Вообще-то, почему-то... Почему бы не посмотреть, что в нем? 15 февраля 1947. Я только что прибыл в этот временной период. Я выследил сигнал дефектной модели, которая привела меня сюда. Мне удалось с ним справиться. С ним и женщиной. Я останусь здесь и дождусь появления субъекта X. Конец записи. Это наверняка профессор Гира, его никогда не видели без этой маски. Так это значит, что он тоже мог путешествовать во времени? Давай найдем орудие и уничтожим его. Фу, это место, у меня очень плохое предчувствие. Просто невероятно, мне нужна эта запись. Субъект X. Какой-то субъект X. Какие-то банки с исследованием. Этот компьютер сломан. Размытое изображение какого-то бегающего животного. Похоже на синего ежа. Странно. Синий еж, это ж, скорее всего, этот. Соник, да? Диаграмма Маджлита показывает что-то скрытое внутри. Пророчество вода смоет все происхождение времени. Можно разгадать, так, разглядеть сложную математическую формулу. Чаще всего мелькает один символ – бесконечность. Что происходит? Я думаю, это что-то вроде тревоги. Возможно, нам здесь не рады. Выглядит они довольно мерзко. Я думаю, что мы должны объединить наши усилия и атаковать их всей группой. Согласна. Пускай Шимики придумает стратегию, а мы позаботимся об остальном. Режим пошаговых битв. Серьезно? Подожди, комбо. А, подожди, то есть я не могу. Манатя. Это плохо. Это вообще херово. Ваша команда получает 15 опыта. Вы нашли... Я думаю, что эти металлические существа узнали о нашем присутствии, когда мы наступили на решетку. Смотри под ноги. Короче, решетка — это вызов этих дурачков, да? Как я могу понять? Да. ХП не восстанавливается?
магия, ускорение, морозная броня. Заряд. Мне бы отхил найти где-то. Атака. Заряд. Лед. Ваша команда, да-да-да. Возможно, нам стоит больше наступать на решетки. Да я понял, что не стоит, но... За это что дают? Не, могу чисто пройти это без наступания. Не работает. Этот сосуд пуст уже долгое время. Мне бы хпшку на самом деле найти где-то. Для моих подчиненных. Опа, еще урдан. Отлично. Блин, я все равно про путешествие. Нужно мне создать броню в первую очередь. Потом уже дальше там что найду. Эту решетку мы обойти не сможем. Приготовься к жесткой битве. О, лечение есть. Все, хорошо, если есть... Лечение, то можно не беспокоиться. А, ну оно только на одно работает. А чё вы меня атакуете? Зараза. Угу, всё, хорошо. Сюда еще идут. О, нифига. Атака. Магия. Лечение. Хил. Заряд. Чё так долго? Атака. Тебя атакуем. Заряд. Лед. Атака. Давай, 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 давай. Мне еще отличиться нужно. Выпад. Магия. Ускорение. Атака. Тебя атакуем. Атака. Тебя атакуем. Атака. Нет. А магия. Лечение. Меня, да. Комбо. Ладно, такой атаку. Атака. Атакуем. Все. Способ отключить решетку, и мы никогда не сможем уничтожить всех. Да ладно, какого черта я хотел там сундук? Атака. Атака. Магия. Лечение. Магия. Морозная броня. Атака, атака.
Атака, атака. Магия лечения. Бомба, атака. Да боже, почему я должен повторно с ними драться? Комбо. Магия, ускорение. Атака, атака. Атака, атака. Магия лечения Фина. Магия. Отмена. Заряд. Атака, атака. Комбо. Ай-яй-яй. Лед. Атака, атака. Магия лечения. Йо. Атака, атака. А, я понял, классно. Да-да-да, я понял. Прикол, прикол. Ой, это ж далеки из этого доктора кто? Сигнализация первая отключена. Мне нужен сундук просто, понимаете. Это далеки. Ошибка перед... Предыдущая система безопасности выключена. Отключена. 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 Ошибка пред... Ага. Нахера ты задел? Атака. Мелких убиваем сразу. Ускорение. Нужно девку приоткрыть. Магия лечения. Лечи себя. Магия ускорения. Фина, ускоряйся. Атака. 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 Что я делаю? Ну, а я атакую или нет? Я не понимаю. Атака, атака. Магия, морозная броня. Бомба от светова. Атака, атака. Заряд. Атака, вот атака. Атака, атака. Да уж. Сложечно. И главное, понимаете, я тупанул, я наступил. Система безопасности отключена в лаборатории 1632. Как я понимаю, теперь они не работают, да? Вообще никакие. Все. Да уж. Это было что-то с чем-то. Ой, стой, там листик, который можно прочесть. Должен быть способ вернуться в наше время.
14 июля 1949. Как и дожидалось, субъект X появился. Сейчас это всего лишь юная девочка, но ее сила уже феноменальна. Мне удалось схватить ее, но я не смогу ее уничтожить. Я начал процесс извлечения энергии, что должен ослабить ее. Конец записи. А? Что происходит? Как мы будем без света? Эй, свет включился. Надеюсь, это больше не повторится. Ага, это довольно неудобно. Давай найдем генератор и попробуем его починить. Этот сосуд пуст уже долгое время. Что это? Опа. Мисс? Магия ускорения. Что это за хрень? Атака, атака. Атака, атака. Заряд. Магия, ускорение. А, кино. Атака, атака. Готово. Выпад. Нужно хилиться. Атака, атака. Магия, ускорение. Атака, атака. Магия, лечение. Пускай сначала себя отвлекать. Магия, отмена. Атака, атака. Атака, атака. Магия, лечение. Себя теперь века. Атака, атака. Низ, атака, атака. Атака, атака. Атака, атака. Боже. Магия, лечение. Ее века. Атака, атака. Атака, атака. Мисс опять. Все хорошо. Так, и теперь вопрос, а что это за хрень? О, это ч... что это за чертовщина? А? Неважно, она мертвая. У меня была страшная боль в желудке. Это чужое. Сука. Я знал, что они активируются. Атака, атака. Магия. Я не знаю, что это магия. Я заряд нажал, класс. Магия, лечение, кино. Лед, атака. Атака, атака. Да, без ускорения херово. А, магия, лечение. Ее хилим. Атака, атакуем. Атака, атака. Мисс. Значит, нужно ускорение прокачать. Серьезно, мисс? Ай, ускорение. Хорошо, атака, атака. Магия, лечение. Атака, атака. Магия, морозная броня. Атака, атака. Отлично. Пошагово это, блин, долгое все происходит. Да ладно.
Атака. Ладно, мелких вот. Да ладно. Магия лечения. Себя хиль. Атака, атака. Не то сделал вообще. Блин, мне нужно теперь ускорение. Быстро. Хорошо. Заряд. Магия. Ускорение. Так, выпад. Так, комбо. Мне хил нужен срочно, хилить надо всех. Так, а просто пускай будет. Магия лечения. Ее хилим, она даст ускорение, и я плюс еще раз отхилю себя. Магия ускорения, да, кину. Атака, атака. Все отлично. Магия лечения. Хилим себя. Атака, атака. Мисс. Магия ускорения. Скорее себя. Магия лечения. Себя хилим. Все отлично. Атака, атака. Атака, атака. Низ, потому что темно стало. Ожидать. Атака, атака. Атака, атака. Атака, атака. Осторожно, впереди опасная зона. Не заходите за решетку. Я понял, мне нужно отключить, да, где-то все это. Какого черта их так много здесь? Атака, атака. Магия лечения. И неудобно здесь, блин, использовать все это, неудобно. Магия ускорения. Так, ай. Ай, не за того подумал, ладно. Магия ускорения. Я типа стана, да, дал? А, еще друг. О, это классная вещь, слушайте. Магия лечения. Атака, атака. Магия ускорения. Магия замешательства. Атака, атака. Магия. Отмена. Атака. Так, магия лечения. Хорошо. Атака, атака. Ну, робот атаковал много раз. Да, это из-за света. Я понял, в чем проблема. Когда нету света, я нихера не вижу. Подожди, что? Будь аккуратнее, ты можешь все переломать. Теперь активируй верхнюю левую консоль. Будь аккуратнее, ты можешь. Нижнюю правую консоль. Идеально. Теперь активируй верхнюю левую. Хорошо, теперь деактивируй нижнюю правую.
Хорошо, теперь деактивирую верхнюю правую консоль. Активирую нижнюю правую. Верхнюю правую. Нижнюю правую. Вы что, издеваетесь? Верхнюю левую. Нижнюю левую. Я активирую верхнюю правую. Теперь активирую нижнюю правую. Верхнюю левую. Нижнюю правую. Правую. Нижнюю левую. Верхнюю левую. Верхнюю правую. Идеально. Нижнюю левую. Почему я, сука, здесь это... Нижнюю левую. Нижнюю правую. Верхнюю правую. Нижняя правая. Верхнюю левую. Верхнюю правую. Верхнюю левую. Нижнюю левую. Нижнюю правую. Верхнюю левую. Верхнюю правую. Верхнюю левую. Верхнюю правую. Нижнюю правую. Верхнюю правую. Нижнюю консоль. Да бесишь, что это за хрень? Нижнюю правую. Нижнюю левую. Какую? Я не увидел. Я должен начать сначала. Да иди ты в сраку. Создатель хранителей извлечь энергию маджи. Активировано контроллеров. 1 из 5. Ну а чувствую, я сейчас закончу скоро серию, потому что это пиздец долго. Во-первых, магия, лечение, фига. Магия, ускорение. Бомба. Низ, потому что темно. Магия, ускорение. Магия, замешательство. Атака, атака, низ. Магия, лечение. Атака. Магия, морозная броня. Бомба, атака. Да, тогда просто было темно. Атака, атака. Магия, лечение. Кого я хилю, блин, я вообще не, уже не понимаю. Нужно заряду юзать.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, мне нужно себя открыть. Потом себя-себя. Нужно ускорение... А, ускорение дам? Или ускорение не дам? Ладно, слушайте, давайте, я думаю... Блин, ладно, нужно хотя бы куда-то дойти. А, может, в ней есть что-то полезное. Я посмотрю, что можно сделать. Эти машины меня не пугают. Еще немного. Вот, получилось. Эту машину явно использовали для WoW. Так, что такое WoW? Если бы я знала. WoW это World of Warcraft. Ладно, давайте, короче, возвращаемся. И где-то здесь я хотя бы сохранюсь, я не знаю. Потому что это ГГ. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.